чтобы получить 100 рублей в магазине в виде промокод Бонни. У нас такой обзор здесь. Типа вообще, вот смотри, вот этот переключатель вот здесь вот открывает вон ту башню. Ага, понял всю схему теперь. Да? Вот здесь переключатель на ту башню. Ну вот три получается. Подожди, один на этой стенке. Вот, нет, лучше вот этот. Да, вот эта стенка. Для этой. Короче, чтобы было на каждую по одному, либо один резервный где-то ниже, который сразу все ёбнет. Да, резервный нужен будет. Дальше. Но сначала ты должен накрафтить много солнечных батарей. Мы с тобой их поставим вон там. Что получается, так. Солнце стоит у нас вот там. Вот с той стороны. Откуда ты знаешь? Я уже спалил. Ладно. Вот тело бежит сверху, видишь? Чекаю. Это Валькирия. Принял. Вот, короче, садится примерно где вот это лэп, где Валькирия. Панели надо ставить, соответственно, на всю длину моста. Да. Так, ну я иду тогда устанавливать сначала эти гаражки без этих кодовых. Хорошо, все, я устанавливаю. Здесь стоит. Да. Так. Заходи, расставляй эти замки. Так расставлять замки? Один поставь сейчас. Блин, тут проблема с тем, что увидит ли он. Ну давай, ставь на Ставлю. Дверь. Так. Лочу? Правильно. Сейчас, нет. По идее, соединение есть. Ну-ка, блочь. Блочу? Угу. Вот это что за штука? Не, как называется? Контроллер даже двери. Вот именно он и поднимает ее. Только ее? Только ее. Все. Все замки стоят. Угу. Так, я бы, конечно, проверил бы всю эту систему на одной. Давай. Блядь, долго, сложно. Ладно, понял. Поснимаем потом. Так, раз. Какой уголок электрика. Ты еще, ладно, крафчу, короче, пойду за этим схожу. Ну, МВК у нас, слава богу, много. Пока да. С утра-то не было. Так много? Да, сейчас объясню, почему. Емать. Короче, вот эта коробка, она делит сигнал на три. Ну, до трех. Я понял. Ага. Да, то есть мы его с таким способом разветвляем. У нас же 6 этих активаторов. Вот, то есть вот эта коробочка, сколько у нее сотка приходит. Если навестись на него, у тебя провода нет, короче, если навестись на него, он показывает время. 1:40, сука. Времени нету. Ага. А давай. А теперь вот эти 6 выходов мы подключаем каждый к вот этому активатору. Пока не по красоте делаем, чисто проверяем. Я понял. Сейчас, по идее, не должно работать. Сейчас проверим. А, блядь. Оу. Не, ну все, работает. Ебой. Проверим. Самый. Вот я отключил, и оно все заработало. Ну что, работает. Да? Надо дальше двери расставлять, да и все. Погнали. Сейчас, всю эту систему сейчас заберу. Забери кодовый вот здесь вот потом. Все тут. Все. Да, здесь все. Идем дальше. Готово. Все. Ништяк. Далее. Далее пойдем с тобой питание делать, именно солнечные батареи расставлять. Так, нам нужно с собой пойти взять все, что есть солнечных батарей, все, что есть таких красных штук, называется коммутаторы. Давай я буду ставить тогда солнечные. Скидываем. Я просто себе забираю. Блин, ну вот это вообще не в тему. Вот честное слово. Сейчас тебе скажу, сколько она выдает сейчас. 18 выдает. Вопрос, за что она 18 выдает? Потому что на нее падает солнце. В любом случае, не обязательно поворачивать. Оно и под углом падает. Ну я проводил эксперимент, оно нифига не работало. Ну работает? Следовательно, я могу продолжить? Да. Ой, как классно я поставил. Извини, у меня... Я классный. Теперь туда, да, идем? Ну и на ту. Так, теперь, короче, нам нужно соединить, как мы договаривались. Получается, одна отсюда с центральной. Вот эти три квадрата, вот треугольник, нам хватит. Все, огонь. Так, раз, два, три, еще надо. Че, погнал подключать все это дело? Так, а ты не можешь, что ли, подключить все четыре в одну сеть и одним проводом довести до куда тебе надо? Mm-mm.
Они не объединяются в одну сеть, каждую отдельно надо подключать или как? Да, ну, мы в том-то и дело, что объединяем вот одну эту, например, и ту с той стороны в один коммутатор, который ты сейчас я поставил. Он находится внутри дома. Я тебе не могу провод передать, к сожалению. И вот так вот бегать придется с каждой. Ну, так что я погнал, что? Давай. Так подожди, а если мы это вдвоем будем делать? Не, я тупой, да? Так, соответственно, мы этот у нас будет... Прикинь, если ты чуть-чуть неправильно сделаешь, сколько? 7 приходит? Так вечер, мужик. Вечер. У провода есть длина 24 метра. Сейчас сократим. Тут же пофиг на фэншуй сверху, не? Ну, делай, делай. Двадцаточка приходит сейчас, видишь, в итоге. А, ты не видишь, ну ладно. Как это мы только две соединили? Так мне провода типа надо в руки взять и все? И будет показывать? Да, тогда ты увидишь. Хочешь, скажешь. Ну, а есть провода? Сделай. О, два проводника, блядь. Свечку. Дай. И что, а как смотреть? У меня ничего не показано, не пишут. Это худ надо включать? Провод достал? Да. Ну вот, наведись, например, на верхнюю точку вот этого подключенного. Ясно, вот, худ. Ну, включил. Видишь, ноль. Висит. Ноль. Да-да-да. Вот здесь, по идее, должно быть до 40. Ага. Но сейчас на дворе ночь. Сейчас ночь, да. Поэтому мы просто тупо подключаемся. Я, блядь, еще клаву сломаю. Блять, какой ты, сука, жирный. Ой, красота. Это, понял, это вот штука, короче, которая просто объединяет в себе два сигнала и суммирует их. Угу. Но у нас почему-то ноль до сих пор. Ну, потому что рассвет еще, солнце не это. Угу. Ладно, следующая партия. Загорелась. Сейчас смотрим. Загорелась. А ты-то не загорелась. На нее приходит ноль. Очень странно. Короче, здесь на выходе двадцатка. Видишь, наверху на самом. 20, да. Да, здесь. 20, 0. 15. 0. Ну хотя они вроде все. А, так вот они в тени сейчас, они в тени. А, вот эти вот в тени. Вот. Да, они вообще ничего не дают. Во, а те работают, принимают, да. Дальше что? Что, еще что ли 4 штуки скрафтить? Так, 3 и 10 секунд еще. Готово. 20. 35, да. Угу. Ну вот смотри, подожди, что я должен сделать? Объясни мне, что я должен сделать? Ты должен... Видишь, желтенькое сбоку? Желтенькое сбоку. Появляется. Ну. О, ну, ты наводишь. 20. Тогда? 20 показывают. Вот, в откуда. Я в зеленое стало. Вот, все, у тебя загорелся провод, видишь, такой фантомка? Да. Да, потому что ты указываешь за пределы фундамента. Ну, или потом. Я должен где-то здесь сейчас провод прикрепить и дальше в окно вести? Ты можешь спокойно обрисовать любой рисунок по полу, какой тебе хочется, в прямой. Вот, там, смотри. Вот. Ну. У меня дальше. Пока нет, он позже появится. Вот. Но ты не убираешь. Самое главное, провод не убирать из рук. Вот, залезай вовнутрь. Ну, для красоты по полу тут проведи его. Сделал. Вот. Ну, сюда в угол воткни. И нужно тебе воткнуть вот сюда в правую. Вот сюда в правую, втыкаю. Нет, вторую. Вот эту вот левая. Вот, ага. В нижнюю. Понял, все. Ага. Так. Бах. Чпоньк. Вот сюда. Бах, вот, загорелось. Да. Все, пошла. И мы получаем двадцатку сейчас. Давай теперь соединять, пойдем в следующее. Так, а теперь это соединить надо отсюда, с этим, вот да. Сюда. Все верно. Ой, я умный, боже мой. С ракет на выходе. С ракет, да. Теперь мы должны вот это теперь сделать. Да, это следующее. Пошли. 40. Это 40. По максимуму. Слушай, хорошо. Дальше должны соединить теперь воедино. Как? Соответственно, где у нас будет? Да такая же фигня, коммутатор. Ответственно? Ой. Тогда вот сюда куда-то вставляй, чтобы это можно было... А, куда? Да куда угодно. А, это на стенку ставится? На стенку? Да как такая... Вот по низу тогда вот этого проведи. Ну, вниз ставь самый. Или это что-то большое? Не, точно такая же. Вот, одна будет здесь стоять. Так. Вторая будет соединять вот эти две. Поставим ее где-нибудь, например, здесь. Вот. И еще одна у нас соединит оставшиеся две. Она будет здесь. В центре. Вот здесь вот между нельзя? Да зачем? Ну, некрасиво. Смотри, ты хочешь снять? Да. А, давай тогда вот вообще, ну, вообще просто...
Вот. Ну ладно, окей. Короче, вот от этой верхней веди провод. Ну, например, вот левая в левую. Так, тогда вот так и вот так. Пойдет. Правильно? Да. Сколько там что-то показывает? Я просто в этом. Ладно. Дальше что? Вот от этой центральной верхней берешь с верхушки, где сейчас 61. Так. Взял. Тебе нужно ее завести. Это сейчас приснял только в правую часть. Вот так. В левую, да. Ну-ка. Во. На выходе 97. Смотрим. Далее. 97, да. 98 далее. Уже растет. Угу. Так. Берешь отсюда верхушку. Так, беру. Взял. Вот. И ведешь ее. Ну, давай правая верхняя, вот эта пустая, которая. Хорошо. Либо левая, кстати. Воткнул. Есть. Теперь отсюда. Точно так же, только уже в левую часть. Воткнул. Готово. Все подключено. А теперь... Финал всего. Это все это верхние можно... соединить с одной вот этой внизу. Правильно. Все. Давай. Вот, воткнул. Раз. И правую в правую. Смотри. И что это дает? Смотри наверху. 214. 215. Растет. Растет. Да. Это наш главный выход, который будет питать всю нашу систему. Пока так. Да. Последнего нашего. Понял. Крутого. Я его забрал и иду к тебе вниз. Да. Вот. Я и должен сюда. Кстати. Подожди, да, я красиво иди. Проложу провод. В нижнюю веду часть. Куда? В самый низ? Да, одна. Самый низ. Красным давай. Горит. Нет, в самую нижнюю. Самая нижняя, красным горит. Ну, такая... ну я воткнул. Во. Вот. Тут есть можно зажать. Зажми на нее, и там такие стрелочки вверх будут. Так, и что это? Нажать? Да. Вот. Это сейчас показывает, сколько мы получаем. Сколько энергии получаем? Да. Ты когда-нибудь видел, чтобы цифры выходили за их положенную рамку? Ну, у меня 1000 были. Ладно. Так, это мы получаем 248 сейчас. Да, все, это главное. Дальше. Бабам. Есть такая херня, как называется блокатор. Вот. Это первый элемент нашего питания будет, короче, смотри. Ну, в общем, сверху, вот этих типа часиков счетчика, введи в самый низ. На всех приборах питание заводится вниз. Чтобы прибор работал, нужно запитать. Подожди, я беру отсюда сверху, да, самого верха. Я знаю один элемент, который не потребляет. Видишь, у нас 270 сколько? 5 показывает, да? А 273, а да. Да, двоечка, он сожрал у нас. Ну, как бы. Угу. Так, дальше нам нужен переключатель, который, конечно, я опять не взял. Называется Ири. 280 уже, нихера себе. Стенка у нас будет многофункциональная, вот это. Я тебя обманул. Черный. Нам нужен черный. Я думаю, почему не работает. Вот. Так, сверху. Втыкаю вниз, правильно? Да, да. Воткнул дальше. Вот, смотри, это называется разветвитель. Угу, сейчас он дает, так, тоже 287, так. Видишь, он в чем прикол его. Ты берешь, смотри, на него нажимаешь, тут значение, видишь, количество на ответвление. 2. Штатно стоит 2, но нам, допустим, нужно больше. То есть, сколько у нас дверей получается? 18, да? Да. 18 дверей умножаем на 2, так как каждый по 2 жрет, это получается 36 как минимум. Давай 60 напиши там. Сделал. Готово. 60. Все. И смотри, у нас на... Ну, 290. Ага. Да, вот, тебе нужно завести именно вот левая часть его, он выдает то, что ты написал. То есть запрограммировал 60, введи в этот переключатель или в правую его часть. Все правильно. Не хватает одного черного. Сейчас, одну секунду, скрафчу, не хватает. Вот это 60 стало выдавать, сколько я ей задавал значение, правильно? Да, это да. То, что мы запросили. Ну, минус один, это потому, что вот она жрет всего лишь одну штучку. Ладно, пока все равно схематично. Это у нас получается еще один такой же разветвитель. И это он будет выполнять функцию розетки. Соответственно, так. Бери сверху вот этого или. 58. Да. Все. Но мы потом здесь опять же можем разделить. Например, это у нас пойдет на одну колонну, где 6 дверей, да? Соответственно, 6 mm-hmm. на 2 умножаем, и получается то количество, мы здесь можем написать, ебать, я заговорился. Короче, то количество, которое необходимо, будет выходить отсюда. Ничего лишнего. Все четко, прям по полочкам будет разложено. Вот. Mm-hmm. Сейчас, короче, это первый этап. Нам нужно сделать так, чтобы у нас постоянно заряжался аккумулятор. Вот. А это делается... Следующим образом. Еще один черный. Ёпти-мопти. Сколько ж черных-то надо? Сейчас, одну секунду. Так, вот. Для того, чтобы у нас заряжался аккумулятор постоянно, ставим еще один черный. И введи вот с этого. Просто вниз втыкай. На него пошло то, что мы оставили. То есть мы 60 сюда забрали. Но 60 отминусовалось. Да, а остатки все пошли наверх.
Это все мы пустим на зарядку аккумулятора с правой. И тебе нужно привести в нижнюю, вот здесь вот аккумулятора, ячейку. Так, сейчас. 2 минуты 5 секунд. И возрастает. Да, все, зарядка пошла. Но этого еще недостаточно. Соответственно, мы должны сделать одну махинацию. Нам нужно сюда вставить вот тот самый блокатор. Вот. Теперь от аккумулятора веди лишь верхнюю часть, да? Вот. Просто запитывай его. На выходе 99. Да, потому что аккумулятор дает 100 максимум. Бери от вот этого блокатора и подавай на или. А теперь вот левая часть, видишь? Сам блокатор. Вижу, да, 100. Вот. Отсюда веди в правую часть вот этого черного. Но это будет блокировать, когда ночь пришла, например, у нас, да? То есть если не поступает энергия солнечных батарей, система будет автоматически питаться с аккумулятора. Воткнул. Есть. Смотрим. Дальше что? Смотри. Будет ли он заряжаться? Да, начинает заряжаться, да. Все, все, это вся система. Все очень просто. Да, все очень просто. Ты в курсе, мужик, что я просто исполнял все твои приказы, и все, я ни хера не понял. Ничего, ну, ребята посмотрят. Не, ребята посмотрят, может, кто что для себя там поймет. Да они еще скажут, да вы что так не делается, так никто не делает. Так надо. А, ну да. Все, размещаем. Как мы и продумывали, короче, у нас это будет центральное, допустим, главное, да? Запитали. Все, запитано. А ты, смотри, пока я буду сейчас пробовать сюда тянуть, 3 видишь выхода внизу? Каждый для определенной этой штучки, которая активатор дверей. Так мне уже это надо делать? Все, протягиваю, да. Центральную не трогай, только лево и право. Все. Угу, я понял, сейчас. Все. Это ты от того распределителя, который на 61, да, сделал сюда, ну вот на эту главную, да, коробку, сделал, да? Сделал побольше, на всякий случай, запас. Вот. 70. Вот. Видишь, а сюда приходит по 33 уже. Это я много, получается, еще сделал. Ладно, сократим. Да не надо сокращать, что? Нормально. Так, все, у нас подключено. Все готово. Осталось только турельки поставить. Вот этот полустенок, я надеюсь, он поставится. А теперь, блин, пока не стемнело. Надо поставить переключатель этот, да? Да. Который активирует. Так, берем переключатель. Вот он есть. Кто, смотри, ты здесь нажмешь и увидишь эту часть. И все. Ага, понял. Дальше мы уже будем делать красиво. Да, я беру от черного левой части, которую мы запрограммировали. Я написал здесь 70, ну, просто так. Веду питание к выключателю. Готово. Питание разрывается, соответственно, нужно его вывести отсюда. И вот у нас тут такой есть тайный тройничок. Вот он. Вот он. Все. А зачем тройничок? Это удлинитель. Провод всего рассчитан на 25 метров. Поэтому у нас есть больше разных. Смотри, смотри. А, это вон те мы сделали, ё-моё. Да, все, они выпустились. Работает. Все. Ну-ка. Народ, первую башню мы сделали. Ну-ка, давай. Жму. Да. Но. Пускаю. Есть одно но. Давай, давай. Ты провел небрежно провод. Давай, переделай, что... Ну, ты понял? Здесь провод прям под этот, под мостик идет. Так, пиги, не шали. Я ж просил тебя. Провод, рэк. А, ну ясно. Сейчас, 2 секунды. Но факт в том, что работает. Сейчас я возьму турели, и у нас уже будет одна заряженная, типа, херня эта. Что это стало? Так, все, все заряжено, включаем. Ну, я думаю, норм как раз вот здесь вот и кидать. Упадет где-то в районе турелей, либо на наш дом прям. Нет, к нам упадет. Подожди-ка. Давай, сука. Нет, не ровненько, ров... прямо, прям вообще застрял. Состыковался. Турель еще одна. Ставь обратно. Гантрепы, турель, мины, капканы и так далее. Не, ну башня у них такое себе. Смотри, с этой скалы сидишь, просто им по головам даешь и все. Еще и в упор. Ямани там настроили. Печек. Печек, смотри, сколько стоит у них там на территории этих мелких. Что за гаражи? Он бежит по территории. О, сейчас посмотрим, что в гаражах. Нет? Нет, он за. Хэдшот минус. Там мигалки мигают. За гаражками. Синие. А, да-да-да. Ну что, чувак, резайся на башне. Ну, есть. Голова минус. Убит.
Еще один. Голова минус. С пулеметом минус. Сука. Не успел чувак зажать. Блях, вот это вообще изи, да, штурмовухи. Залез к нему туда, вот в щель упал. Забрал пулемет. Ну тогда к вам. Тихо, тихо, тихо. Голова. Да, ага, убил. Я говорю, давайте залезем туда. Блять, хера себе, мне больно было. Пошел я за этими. Хотите это, давайте, типа, это, ну, до дома вы возьмете там шприцы и так далее. Давайте. И возьмем лестницу. Бегу обратно домой.